Самое простое. 11 плюс 11. И, ну, плюс 99, скажем. 99 плюс 11. Получилось 110. Поворачиваем ручку. 110 переносится сюда. Теперь, ну, давайте 256 умножить на 256. Вот 256 набралось. И вот формируется произведение. 65536, пожалуйста. Тоже прибавим. Ну, не знаю, давайте еще. 192 умножим на 13. 134. Вот, опять-таки произведение. Опять с той же ручкой прибавляем. Вот сумма. Да. Ну, сумма сбрасывается вот так. Тут количество прибавлений 3. Оно сбрасывается примерно так же. Вот. Ну, что еще? Еще делить можно из интересного. Вот, скажем. Давайте. 5 на 7. Что, выключился? Угу. 5 на 7. 5. Ввели его. И делить на 7. Например, вот. Результат деления, пожалуйста. 0,714285,7. Вот, все.